Всем добрый день и вашему вниманию. Погрузчик Хустер грузоподъемности 1,8 тонны, трехколенная стрела, подъем на 4,3 метра, вагонная со свободным ходом, то есть имеется боковое смещение каретки. Резина цельнолитая. Стоит еще заводское освещение. 2001 год. Погрузчик работает на газу. Мотор стоит от Мазды. Также этот мотор стоит на автомобиле. Так что с запчастями без проблем. Имеете запасной баллон и просто заправляете, меняете баллон. Вот. На педалях даже износа нет. Наработка небольшая. Резина цельнолитая установлена, течи в гидравлике нигде нету, работает исправно. Заводится легко, в жару, в мороз, проблем никаких не будет с запуском. Ручник работает, тормоза работают, резина в хорошем состоянии. Продается техника по договору купли-продажи в сфере погрузчиков. То, что нет документов, это считается нормальным. Жду ваших звонков.